Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai AX35 2014 года выпуска, 2 литра, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем оба задних колеса и откручиваем цилиндры суппорта. Подняли автомобиль, сняли колеса, откручиваем две направляющих, верхнюю и нижнюю. На вот это лучше не громко смазывать. Открутил оба болта, снимаем цилиндрик, положим его пока наверх, снимаем колодки. Проверяем направляющие. Направляющие. Нижняя ходит мягенько, а верхняя у нас ходит туго. Вытаскиваем ее. Да, она уже подсохла. И протираем, смазываем свежей смазкой. Так, почистил, немножко протер. Смазываем высокотемпературной смазкой, используя ее от Toyota. Сильно не мажем, но наносим на всю площадь и заводим на место. Берем струбцину и стягиваем цилиндрик. Вот такая струбцина. Здесь суппорт простой, не вкручиваемый. Вдавливаем ее. Тормозную жидкость не добавляли, поэтому в цилиндре, в бачке главного цилиндра выдавить ее не должно. Но сейчас еще и проверим. Все, цилиндрик ушел. Берем новые колодки. Колодки мы будем использовать корейские фирмы Sunshink SP1187. Внутренняя колодка у нас идет с пискуном. Наружная у нас. Так. А, не видишь? Наружная у нас идет без пискуна. Ставим на место цилиндр. И наживляем оба болта, и верхний, и нижний. Все, эту сторону мы заменили. Аналогичным образом мы меняем вторую сторону, и после того, как заменим колодки, мы 2-3 раза нажимаем на педаль тормоза, чтобы прижать колодки к диску. На этом все. Всего вам доброго.